это шоу мечтает попасть чуть ли не каждый учащийся. Но на деле заявляют о себе только самые смелые. Кастинг и два отборочных тура конкурса «Мисс» и «Мистер Школа» прошли 9 парней и девушек. К этому конкурсу я начала подготовку еще в феврале. Для меня это был интересный опыт. Мне было приятно познакомиться с людьми. Я надеюсь, что мы продолжим общение дальше. Финальный этап включает в себя 5 испытаний. Визитная карточка, танцевальные и творческие батлы, дефиле плюс конкурс болельщиков. Главная задача – удивить жюри. Это прекрасная возможность выявить талантливых ребят, инициативных, стремящихся к проявлению своих творческих способностей. Критерии, по которым мы оценивали участников, правильная манера держаться на сцене, уверенность и поставленная речь. Плакаты, кричалки и громкие аплодисменты. Болельщики старались во всем. Впрочем, как и участники. Перед жюри стоял нелегкий выбор, но обладателей титула может быть только 2. Миссис стала учащейся 28-й школы Виктория Митченкова, а мистером – представитель 20-й Матвей Дорожинский. Сейчас уже после сцены как-то более поспокойнее, но когда вот было само объявление главной номинации, это был, конечно, просто выброс какого-то драйва, адреналина. Это было очень приятно. Эмоции просто вау. Ну, в первую же очередь радость, слезы от счастья, эмоций просто куча, просто огонь эмоций. В этом году также была заявлена номинация «Мисс и мистер пресса». Ребята писали сочинения на тему «История моей семьи в истории родного города». Онлайн-опрос проходил на сайте Bobber Life. Больше всего голосов отдали за работы Александры Калиновской и Матвея Дорожинского. Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.